карма не фатальна. Есть такое вот представление, что если все предопределено, то ну, зачем нам что-то делать? Мы как марионетки просто в этом спектакле, и вся ответственность на том, кто дергает за ниточки. Вот пусть он за все отвечает, я ни в чем не виновен, это моя просто карма. Но нет, не так. Веды объясняют, что карма не фатальна, и есть то, что называется карма, или последствия, которые мы приносим с собой из прошлой жизни. На санскрите это называется словом прарабдха карма, то есть то, что проявлено в этой жизни в форме нашего тела, в форме наших желаний, талантов, профессий и так далее. Это вот это такой, знаете, такой пакет приключений на эту жизнь. Но с другой стороны, есть у нас свобода выбирать и действовать в этой жизни. И это означает, что мы зарабатываем новую карму, создаем новую карму. Называется криамана карма.